Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Doom Eternal Ancient Gods Part 2 на сложности кошмар на геймпадике. Ну что, давайте продолжать. Прошлая серия была коротковата, это будет подлиннее. Опять же, собираем все секреты, там читаю лор, все дела. Так что... Кстати, касательно лора, один момент. По-моему, что-то там мы открыли, насколько я помню. Во-первых, степь. В конце видео, ребят, обязательно будет. Ну что, пойдем? Так, это мы меняем. Что у меня там еще есть? Давай-ка ружьишко лучше возьмем. Опять же, мы начали что-то не там, где мы закончили. А закончили мы вот здесь, напоминаю. Тут был бой, да? И что-то меня там респнуло. Ну да ладно, пофигу. Сейчас еще поищу, что я упустил. Нужно тише звук сделать, потому что я себя что-то херово даже слышу. Так, 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 так. Вот есть потрошки. Ну, у меня достаточно их было, плюс-минус, да? Что-нибудь еще здесь есть? Ну, пока не наблюдаю. Что касается секреток. Есть секретки здесь или нет? Да нет, вроде нет нифига здесь, да? Идем дальше. Хотел еще кое-что проверить. Я там же упустил, одну жизнь. Ага, ну если что, я потом телепортну сюда, да заберу, да, я думаю, что это не проблема. В конце каждого уровня есть телепорты, так что можно переместиться. Если что, потом загружусь, пройду до того момента и, в общем-то, покажу вам. Каменный имп, ух ты, каменный имп выдерживает удары большинства видов оружия. Он уязвим к стрельбе очередями из боевого дробовика, молоту стражей. Убейте его модификация стрельба очередями, чтобы получить дополнительные боеприпасы для дробовика. Вот как это работает, да интересно. Вот они нашли применение еще одному модификатору, который я вообще не использовал. Смотрим, где... Вот, да. Красота, слушай, прикольно. И аккуратно. Где еще? Да ёптыть. Надо разыграться слегка, то что-то я сразу так зашел в конец уровня. Видишь, как они это сбалансировали? Патронов много улетает, но с них тоже они начинают падать. И поэтому ты, по сути, ничего не теряешь. Это хорошая идея. Одобряю. Такс. В сторону. Текаем, текаем, текаем. Все хорошо пока что. Назад. Так, это не тот был, кто нам нужен. Там еще, видишь, новую анимацию сделали. Не, прикольно, прикольно, мне нравится. Все, вроде все мертвы. Можно опять ставить гранаты. И, наверное, стоит кого-нибудь подпилить, я думаю, да? Чтобы процесс бодрее пошел. Нам потрошки нужны так-то. И нужно чаще юзать молот. Тут, опять же, видишь, есть даже заряды. Нужно было против них использовать. Итак, поднимаемся выше, чё. Это делается вот таким же образом, правильно? Ай, надо было сначала прыжок. А хотя ладно, и так получилось. Так что пофигу. Угу, нам показывает туда. И вон с той стороны еще жизнь должна быть. Да, я ее вижу. Но это делается как-то иначе. Смотри, да, я вижу. Чего-чего? Простите, пожалуйста. Не могу зацепиться? Чё за фигня? Ну я так понял, что можно зацепиться только если эта херня подсвечивается зеленым, да, я правильно понимаю? Ну вот смотри. Да, видишь, как это работает? Хорошо, сейчас все сделаем. Но жизнь не здесь, да? Она с другой стороны. Понял, сейчас разберемся. Это что такое? А, заметьте, ребят, прикол. Видели? Ха-ха-ха-ха, класс. Это из Дума оригинального. Спрайтовая моделька. Нам сюда ж, по идее, да. Хорошо, если что, у нас есть запасная жизнь. Угу. Смотри, ну да, пойдем. Чё-то странное местечко, вам так не кажется? Это факел королей. Если он загорается, значит...
Значит, какой-то воитель хочет пройти как пионера. Нихера себе, у меня даже свой дракон есть. Надо сюда подставить Давакин песню. Будет в самый раз. Сейчас будет мочилово, судя по всему. Но меня знаешь, что добивает? Там была маленькая катсцена пререндеренная. И, короче, блин, игра идет в 4К с высокой частотой кадров. А, сука, рендер был там, я не знаю, блин, в 720p или сколько. Ну, там чудовищно. Почему никто не может нормальные рендеры в играх делать? Я понять не могу, блин, этого. Для меня просто реально загадка. Чё там он будет весить-то в 4К-то, блин? Так, что там у нас? О, красота! Где у нас там беглецы-то эти чертовы? Слышал чей-то голос? Подожди. Понял. Там не один такой. Так, немножко подрежем. Нож в печень. Ростовский метод. Так, давай сюда. Где еще? Ну там, да, усиленный, пускай он бегает пока что. Хотя вроде он последний остался, да, я правильно понимаю? Опа, кто-то меня убил, что ли? Я не понял. А, да, понял теперь. Готов? Теперь ты, скотина, давай. Есть. По мордасам. Где еще? Так, давай сюда. А, все, понял теперь. Что нужно делать, да? Черт, закончились патроны. Это плохо. Но проблема решилась очень быстро. К счастью, стоять. Отходим. Где еще? Есть. О, понятно, наш старый знакомый. Давненько тебя не было видно, скотина.
Без руки остался, видишь, да выебывался. Пока-пока. Хорошо, минус один. О, теперь этот хер. Ну ты пока погоди, постой в очереди. Там еще вон та хуевина. Так, сюда. Подпилим этого. Так, в сторону. Получай гранатку в мозг. Это должно тебя взбодрить немножко. Теперь здесь. Так, есть. Все, стоп, назад, отходим. Это так не работает, я все въехал, ладно. Надо подпилить кого-нибудь, я думаю. Бабах! Хорошо же было, да? Согласитесь, но это еще не все. Или все, или не все. Все, да, чекпоинт, что-то как-то просто. Пока довольно просто все. Я думал, здесь врагов будет еще больше, чем в первом DLC, но пока как-то слабовато в этом плане. Но я думаю, что все интересное нас впереди ждет, правильно? Вон там секретка есть. Ладно, сейчас найдем все, это не проблема. Тихо. Так, нормас пока, нормас. Здесь чекпоинт, но ты погоди, нам нужно, по идее, как-то вернуться и забрать секретку, потому что это не дело оставлять все. Смотри на карту, нам нужно, по идее, вот туда, видишь, там еще даже две жизни есть. А нам туда и нужно, да, я правильно понимаю? Да. Значит, мы мимо не пройдем. Тогда пошли дальше. Так, я понял. Что будем с тобой делать? Давай подумаем. Давай, наверное, вот так, чё. Чёрт, я думал, у меня был заряд. Ну, ететь колотить. Подпилим этого. Сейчас, давай назад. Чёрт, промазал слегонца. Всё, готов. Отходим. Готов. Ты подойди сюда, дружочек. Спасибо тебе большое за потрошки, за жизни. Там что-то еще не все, да, судя по всему. Надо было, знаешь, что сделать? Надо было поджечь его сначала. Я так понимаю, это была секретка, да? Ну, нет, это не секретка была. Секретка дальше. Вот смотри, указывает вот сюда. Вот сюда указывает. А вот здесь можно забрать жизнь каким-то образом. Ну, я так понимаю, двойным прыжком, что ли? Можно попробовать, да? Ну, давай. Есть. Есть, получилось, ни хрена себе. Там еще лора немножечко есть. Хорошо, давайте забираем. Опять же, весь лор в конце видео, ребята. Понятно. Там вон, смотри, заряд для БФГ, и я очень хочу его забрать. Прям пипец как хочу. Оп, красота. Вы что, охерели, что ли, ёп? Красота, забираем все это, но ты погоди, вон заряд вижу, да. Есть, получилось. Фух, даже напрягся слегка. Здесь все, вон там какой-то мочилово, судя по всему, будет, да? Прям две отметки. Ну, давайте посмотрим. Интересно, интересно. Так, стоять, что-то здесь не так. Да вы серьезно, опять? Что у нас там? Что еще? А у меня же вроде защита от взрывающихся бочек, не? Красота! Усиленный демон пришел. Ох, сейчас будет мочилово, судя по всему, да?
Где еще? Ёптить. Чё творится, люди добрые? Хулиганы зрения решают. Капец, две жизни потерял. Это прям реально херово. Ну, вернуть их уже просто невозможно никак. Просто никак невозможно вернуть. К сожалению. Надо было использовать молот, наверное, да? Я тупанул. Просто не привык, видишь, опять же, им пользоваться еще. Так что допускаю такие косяки. Ну да ладно, жить будем, я думаю, и без жизни пройдем. Все нормас, мы на месте. Вот смотри, какая-то херня. Ну, опять же, это гнездо. Ладно, давайте пробовать. В опасной стычке вы должны отразить две волны с нарастающей сложностью. Вторая волна не является обязательной. Отразив первую волну, вы получаете улучшение для молота стражи. Отразив вторую волну, вы получите украшение. Прикольно. Ну давайте посмотрим, что там веселенького есть. Один готов. Кто следующий? Так, смотри. Вижу, да, там дохера. Тихонечко. Так. Приберегу молот на такой серьезный случай более. Знаешь, что я сделаю сейчас? Хоп, увернусь сначала, а потом тебя подпилю, а? Как тебе такой вариант развития событий, сучонок? Не ожидал, да? Тихо. Да сука, ты серьезно? Меня зажали там эти чертовы импы. Их реально дохера. Ну ладно, это прикольно. Сейчас разберемся с ними, давай. Бац, вырываем. Теперь все готово, да, давай, поехали. Все, минус один, где второй? Все, готов. Следующий. Так, давай, отойдем, наверное, сначала, потом смотри, чем мы провернем. Надо быстрее двигаться. Все готов. Стоп, нет цели, это печально. Иди-ка сюда, теперь цель появилась. Давай назад. О, еще и ты здесь, тебя здесь, блядь, не хватало. Никто вас не звал, идите нахер. Дабл килл, как вам такое, сучечки? Сначала подогоди, я хочу грохнуть ту херню, она меня жутко раздражает, вот. Где еще у нас кто есть? Так, вижу, да-да-да-да. Подлетай. Не ленись, получай попись-пись, давай. Все, откупорили. Все хорошо. Где следующий, так, вижу. Что у нас там еще где есть? А, вижу, да, импы пошли, сука, эти пидорасы, короче. Так, один готов. А у меня еще один удар есть, что я туплю? На. Стоп, скотина. Вот этих вот я ненавижу, которые телепортятся, прям они меня жутко раздражают. Оу, черт, это было прекрасно, по-моему, не? А, еще и ты здесь, сука. Ой, блядь, пора бежать, стоять. Не хватало мне еще сдохнуть, блядь. Ух ты, ёб, это было близко, просто нереально. Не расслабляем булки, погнали. Давай, 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 нужно убить того хрена. И который ставит щиты, эту падлу, она меня бесит просто нереально. Было неплохо, но пора валить.
Что там по здоровью? Херовато все. Давай сейчас мы вот так вот что-то сделаем, да? Где эта скотина? Блять, он сейчас выживет, ты прикинь. Ох, обида. Все, я пока жив. Цел орел. Где эта скотина? Так, это мы забираем. Оп. Как внезапно я переместился, да? Сучечка, не ожидал? Не, не получается, блядь. Тихонечко. Короче. Полетел. А мы пока отойдем. Ну, пока нормас идем, слушай, мне кажется, плюс-минус. Какая только эта волна, непонятно, да? Если это только первая, то это трэш просто нереальный. Так, что там у меня? Удар есть, ну ладно. Где эта тварь? Там еще тот за мной бежит. А чего до меня так улупались, я понять не могу. Че я вам сделал, блин? Так, давай сейчас вот так, вот так. Восполним хп для начала, да, я думаю? Это будет неплохо. Где этот хер? Розовый. Пинки где? Вот, вижу, да. Так, сейчас будет проще, по идее. Но не факт, опять же, да? У нас проблемы со здоровьем. Теперь нет проблем со здоровьем. Есть проблемы с бароном Ада, блин. Так, все, иди сюда, сука, ты меня достал уже. Где ты там бегаешь, я не пойму. Так, нет, нет, нет. Получай по мордасам, бежим. Где еще? Хорошо ж было, да? Прям бодрит, бой отличный, мне прям понравилось. Ах, скотина, улетел. Ладно, идем за ним. Хотя он сам к нам пришел. Хороший мальчик. Или девочка, хер его знает. Где еще? Пока что-то не видать. Это все? Нет, кого-то я слышу. Какого-то импа бегающего, охеревшего. Где он? А, вон. Все? Опасная стычка завершена. Так, первая, да. И вторая стычка — это палач копья мира. Прикольно. Из демонов, пораженных обрушением молота стражи, вываливается больше боеприпасов. Красота. Давай пройдем вторую стычку. Почему нет? Она сразу рядом здесь, да? Ну, как-то они, конечно, лениво сделали. То есть они могли все-таки эти стычки раскидать по уровню, да, я считаю. Зачем они сделали все в одном месте, мне пока не совсем ясно. Как-то это вот что-то меня немного напрягает. Похоже на как-то на отъебись, как сделано. Или в последний момент. При взаимодействии со вторым кровавым гнездом начинается еще более сложная стычка, рассчитанная только на самых опытных палачей. Эта стычка не является обязательной, но завершив ее, вы получите украшение. Хорошо, давай. Можно повторить попытку в случае чего. Интересно ж, блин. Кто тут самый такой серьезный враг? Понял. Сейчас все будет. А, понял. Подожди, сначала давай вот так. Теперь давай сюда. Теперь смотри, что мы делаем. Теперь давай сюда. Это нам не надо, нам надо вот это. Где это говно? Где эта скотина? Так, есть. Блять, промазал. Как ты мог, блять, промазать? Там, блять, промазать было невозможно. Я, блять, умудрился это сделать. Покусики, пупсичек.
Так, давай сюда. Стоп. Башка нахуй. Так, все, этого тоже. Давай наверх. Что-то парень потерялся на мгновение даже. Я сам от себя такого не ожидал, да, дружище? Оу, черт. Тоже получай. Вот видите, а вы говорите, на геймпаде невозможно играть. Что-то вполне себе играю, отлично, да, мне кажется даже. Я, блядь, даже что-то разошелся, пиздец. Даже себе, от себя такого не ожидал. Все норм. Так, погоди, только сначала у нас есть, да, один кровавый удар. Этого подпилим. Мне срочно нужны патроны, друг мой. Теперь мне надо, знаешь, что сделать? Смотри. Нам нужна какая-нибудь падла. Падла, ты можешь подойти, пожалуйста? О, спасибо тебе большое. Так, все вот так. И теперь стоит. Хоба! Так, один готов, давай съебемся пока немножко. Блять, черт. Пока-пока. У меня есть одна идейка еще, сейчас кое-что сделаю. Да, у меня мало здоровья, так что не балуемся особо. Немножко можно баловаться, конечно, но не сильно. Вы поняли, да? Бум! Черт! Давай наверх. Этого подпилим сразу. Так, на, покушай говна. Своего же. Что у нас там? Что-нибудь живое есть еще? Я не пойму. Что-то, блядь, знакомые какие-то атаки пошли. Я так и знал. Ну, ёб твою мать, блядь, а. Пиздюк. Так, мне надо немножко текать, потому что я ненавижу этого врага вообще просто, блядь. Презираю всей душой. О, вот это вот не надо. Вот это вот, блядь, не надо. Сука. Вон, сука, делов наделал. Блядь, сейчас мы охуеем тут, ладно. Так, сейчас, 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 Дмитрий. Сейчас я тебе, сука, жопу оторву, блядь. Сейчас ты просто, блядь. Нет, блядь, нет! Черт! Я не то нажал, вот, блядь, я же говорю, я ненавижу ебучую, блядь, круговое меню. Я, блядь, его презираю всей, сука, душой, блядь. Ну пиздец, проебал заряд БФГ, ну как так, а? Это, конечно, проходимое без заряда БФГ, ну блядь, как это могло облегчить какой-то момент мне, а? Как обидно-то, ёб твою... Еще один есть? Вот эта скотина. Ой, блядь, мы в жопе. Сейчас сделаем дела. Ну ёб, блядь, да это пиздец, блядь. Как я проду? Хотя, слушай, подожди, чекпоинт был после первого раунда, правильно? Блядь, что ты нажимаешь? Да, все, слава богу. Я даже рад, что я на самом деле умер, потому что было бы обидно потерять заряд для БФГ. Это просто было бы, блядь, невыносимо. Сейчас все сделаем по красоте, ребят. Там еще запомнили, что второй есть. Я думаю, что это не такая большая проблема, в принципе. Блять! Суки! Пиздец, я проебался. Сейчас еще раз. Блять, за сука зажали! Что там у меня по удару? Блять! Ну как же так? Сука, я его даже не заметил. Блять, что-то я застрял. Охуеть. Нет, стой, блять! Ну ёб, блять! Что там, не попал?
Так, давай сюда, сюда, потом сюда. Так, минус один. Серьезно, блядь, закончилось так не вовремя. Так, сволочи, подходим, подходим, подходим в кучку. Спасибо. Так, где эта говнина? Готов? Давай сюда. Да можно их в целом в кучу собрать, я думаю, да? И будет вообще огонь. Ну, в принципе, да, а чё нет? Да, это максимально просто решается. Мне кажется, с помощью этой всей кувалды нужно проходить. И вообще никаких проблем у тебя должно, ну, не должно возникнуть. Все, суть ясна. Приступаем к выполнению задачи. Так. Где последняя тварь осталась? Есть. Так. Так, 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 так. Вот, вижу. Все, следующий. Так, бежим. О, что-то я как-то не очень в хорошем месте отреспался. Что у нас там по кровавым ударам? Все, в принципе, нормально. Все, текаем. Так, я почти мертв, охереть. Надо сейчас действовать очень аккуратно. Сейчас купим реально здоровье. Очень много желательно. Ой, блядь, что ты делаешь? Стой! Надо восполнить всю полоску ХП. Нам очень нужен кровавый удар. И нам очень надо молот. Прям пиздец как надо. Чтобы быстро максимально уничтожить того мудака, который будет респать других врагов. Иначе мы здесь просто, ребята, охереем, я вам сразу говорю. Что у нас там по кровавому удару? Ладно, попробуем сейчас. Так, все, накопил. Дальше поехали. Смотри, у нас вот здесь сразу респается эта падла. Которую мы вот так вот. Так, готов, все. Нужно срочно также второго ебануть. Очень быстро. Есть. Красота. Все, тут в принципе, видишь, несложно оказалось. Просто надо было быстрее соображать, а не хуйней заниматься. Так, я понял, там был уже этот кибердемон, да? Да, как обычно, классика. Это, по-моему, не один даже, да? Блять, я понял. Блять, я застрял, ёб, блять, соберись. Ебать, вот это вот уже хуёво, ребята. Не-не-не, здесь без БФГ, мне кажется, хуй пройдем. Так, где там эти твари все? Так, где там еще он? Ну так, да, блядь, да вы что, ебанулись там нахуй? Ебать, у нас проблемы, ребят, серьезные достаточно. А-а-а. Хотя, в общем-то и не проблемы, и в общем-то не особо серьезные. Блядь, стой! Блять, стой, стой! Текаем быстрее! Ебать, это было близко, вы видали? Видали, что творю? Беспределю почти что!
Так, срочно съебываемся. Нет, нет, нет. Надо его гасить срочно. Так, есть. Давай, давай, давай. Да, блядь, да в сторону ты, блядь. Чё не работал стрейф, блядь? Ух, чё-то жесть, ребята. Красотища. Тихо стоять, стоять, блядь. Давай, есть. Так, у нас проблемы. Серьезные, блядь, проблемы. Еще можем затащить, в принципе, если очень постараемся. Ебучее колесо, блядь. Нажимаешь, сука, и все не то. Все не то, блядь. Так, смотри, у нас еще одна граната есть. Крио-граната, да? Мы ее можем, в принципе, использовать. Так, сейчас все нормас будет, ребят, не переживайте, я надеюсь. Надо только ХП восполнить, а потом будем заниматься всем остальным уже. Ох, теперь тебе пиздец, ты понимаешь, да, пиздюк? Где этот говнарь? Блять, не получилось нихера. Это все из-за тебя, блядь, скотина. Ах, как же вы, сука, не вовремя выскочили, блядь. Так, 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 так. Сейчас что-то будем, ребята, соображать. Он остался вроде как последний, но хуй его знает. Может быть и нет. Может быть будет вообще жопа какая-то полнейшая. Так, смотрим, смотрим. Что у нас там? Да, пока неплохо. Критический урон. Блядь, там немножко осталось, но вы видели, блядь, давай. Фух! Вот это было красиво, конечно. Так, давай дальше. Пиздец, у меня прям аж, блядь, аж руки дергаются. Где еще есть кто-нибудь? Надо его подпилить, наверное, да, напоследок? Чё там? Вижу. Ну что ж ты убегаешь? Ну все, ну ты не выживешь, ты понимаешь? Хватит биться, хватит сражаться, мистер Андерсон. Сдавайтесь. Где? Почему? Есть, блядь, это было сложно, ребята. Но было клево, конечно. Фух, черт, как же это было тяжко, пиздец. Ух, ладно, пошли. Ну я так понимаю, только начало, да? Подожди-ка, а у нас там же есть еще испытания, да, я правильно понимаю? А, это только еженедельно, хорошо. Что-нибудь еще здесь есть? Да вроде нет, пошли дальше. Ну это, конечно, жопа была. Очень, очень сложно. Надеюсь, дадут хоть передышку-то, а? Давай еще раз. Да блять! Еще раз. Это было? А там точно ничего нет? Да вроде нет. Сейчас будет мочилово, да? Ударьте мародера или бронированного барона молотом стражи, чтобы продлить их период уязвимости. Также молот стражи разрушает любые синие энергетические щиты. А, все понял, хорошо, ладно, давай, поехали. Значит, готовим вот эту херню тогда, да?
блять, он меня загасил, сука, я думал, что я его положил. Ладно, давай еще раз. Черт, ну я реально подустал от прошлой схватки, но я хочу сегодня пройти эту миссию хотя бы. Так, сейчас придет мародер, скорее всего, да, я правильно понимаю? Потому что не просто так в этом в обучении показывали мародера. 100% сейчас придет и начнет мне херню тут, да, заниматься. Сразу приготовимся. Так, вижу. Сейчас давай вот так. Отворачиваемся, чтобы эта херня опять выползла. Теперь здесь вот так. И вот так опять. О, понятно. И сзади еще, да, падла? Так и знал, блядь. Любят они это дело просто. Какая-то у них любовь к выскакиванию сзади внезапно. Блять, серьезно? Черт! Ну капец, так проебаться, это вообще было тупо. Я мог спокойно уйти, блять. Ох, Дмитрий, что-то. Ну я уже, ребят, просто устал. Я просто устал, поэтому так лажаю. Ну капец, обида, конечно, нереальная. Так, все, отлетел. Давай назад, назад, назад. Давай, появляйся, подлюка. Теперь здесь давай. Ну тут уже обычный в этот раз. Так, здесь смотри, что делаем. Готов один. Давай отлетим. Так, есть, давай. Тут еще полез, судя по звуку, да? Или все? Кажись, все. Да, все, кажись, у нас чекпоинт. Наконец-таки. Здесь точно ничего. Хотя, опять же, видишь, типа, ворота еще не открыты. Это говорит о чем? Ну, вот, типа, вот эти вот, адские. Это говорит о том, что враги еще будут. Поэтому хер его знает. Булки пока не расслабляем. Нам нужно подняться вот туда вот наверх. Как мы можем это сделать? Давай это соберем. Эх, черт, сейчас, секундочку, еще разочек. Ну вот мы здесь. Это забираем, это забираем. Пропустил очень много брони, ну ладно, хер с ней уже. Да, контрольная точка все же была. Ну чую, сейчас вот здесь будет какая-то дичь, да, происходить. Вот на этом закутке. Или нет? Да, я так и знал. Кровавый творец, демон-воитель, который неуязвим, пока действует его щит. Так, ну да, это мы знаем, слабое место его. Поехали. Сейчас, короче, ждем, пока он не начнет херачить всякой гадостью. Все, давай. Там он один, мне просто интересно. А, нет, он там был не один. Есть?
Опять ты серьезно сейчас? Черт! Есть? Кто там появился? Какой-то страшный звук был. Понятно, опять эта херня. Сколько можно, блин? Эх, блядь, немножко прокосоглазил. Ну что ты делаешь, блядь, Дмитрий? Соберись! Блядь, стоп. Есть. Ух. Пошел нахуй. Ты тоже туда же можешь съебать. Не бесите меня, блядь, у меня уже хуевое настроение. Это что, не хватало, чтобы он меня убил? Я уже просто что-то не могу. Давай, 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 давай. Я надеюсь, там финал, потому что я больше не выдержу, ребят, честно. Я выжат как лимон, это пиздец какой-то. Хотя там, видишь, указывает, что еще есть, типа, лор, но, блядь, надеюсь, он где-то вот там он валяется. Ты серьезно, блядь? Я так и бы знал, блядь, что какая-то подлянка сейчас будет. Кто у нас там? На, захавай. А, блядь, серьезно, ну ты чё? Вообще обида, слушай, я просто налетел на эту хуйню случайно. Пиздец, ладно. Хорошо, как скажете. Куда я там, блядь, улетел? Ебать, куда? Чё произошло? Ага. Чё-то я какой-то косяк словил. Слишком высоко взлетел парень. Он чё, ещё жив? Теперь всё, мы исправили эту досадную несправедливость. Этого подпилим, чтобы потрошки забрать. Так, давай, поехали. Да, блядь! Все? Еще раз поднимаемся наверх, по всей видимости, или можно сделать вот так? Мне кажется, можно сделать так. Вот так вот, хера, блядь. Вот так вот, да. Красота же была, да? Но это, видимо, еще не все. У меня такое ощущение. Ладно, пошли уже до Талова. Я обещал, что следующая серия будет, ну, типа, длинной.
Но это дополнение, конечно, вообще эпичное. Ну вот прям, ну вот в плане видов здесь вот именно все такое гигантское, прям масштабное, красивое, невероятно, реально глаз не оторвать. Это самый красивый Doom и один из самых красивых шутеров. Даже у Урзака не было таких показаний. Есть, фух, получилось. Подожди-ка, а что от меня хотят? Видимо, это не так планировалось, да, чтобы я проходил. Надо было, наверное, за эту херню цепляться. Я не цеп... А, вот, все, вижу, да. Так, где я оказался? Ага, понял, поднимаемся вверх. На самом верху нас ждет, видимо, лор как раз-таки последний. Теперь здесь. Эту фигню бьем. И... А что делать-то дальше, не пойму. Показывает, видимо, вниз нужно. Сейчас, секунду сначала. Давай подождем, я понял. А потом будем спрыгивать. Вот там что-то, видимо, открывается, и нужно пробежать быстро. Подождем. Давай. Теперь отсюда нам надо куда? Потом, подожди, стоп, не, отсюда сюда? Отсюда куда? Ага, понятно. И теперь смотри, блять. А, типа это все на время? Ха-ха-ха-ха, интересно получается, ладно. Давай сюда. Потом... Есть, получилось. Ох, прикольный был момент, мне понравилось. Вот реально, мне прям аж мурашки по коже от этого паркура. Мне нравится, он прям на грани такой. Это не кристалл, это корабль. Так, лор в конце. Интересно, интересно. Местонахождение небесных врат зафиксировано. Первый уровень пройден, офигеть. Фух, вот это, конечно, было круто. Мне первый уровень понравился, да. Есть такие шероховатости. Я что-то, знаете, хочу сказать. Что-то музыка какая-то не та в этом DLC. Как-то, мне кажется, хуже, чем в первом. Это раз. Второй момент, который мне не особо понравился. Ну, типа, молот хорошая штука. Но, типа, меч был лучше, значительно лучше. Мне нравилось всех рубить, а не просто оглушать. И еще один момент, который немного напряг. Это расположение вот этих вот усиленных гнезд. Что-то как-то они в одно место поставили два гнезда, это выглядит немножко лениво. В целом, бои были интересные, очень напряженные, но могли бы они раскидать это все по уровню. Таким образом, можно было все эти стычки, скажем так, были такие более равномерные, да? Ну а так, в целом, хороший уровень. Внешний вообще бесспорно, это один из лучших уровней Дума. Внешний именно, да, в плане левел дизайна тоже очень хороший. Вот такие вот пироги. Ладно, ребят, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Также подписываться на канал, на Telegram, Facebook, Twitter. Подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции. На второй канал подписывайтесь, там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. На третий канал подписывайтесь, там будут выходить ролики про игровую индустрию. И, в общем-то, не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему не закрыться и развиваться. А на сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Копье мира. Космический кристалл неизвестного происхождения, много лет назад проткнувший планету Аргенденур от одного полюса до другого. В степях, окружающих таинственный кристалл, обитают разрозненные племена воинов Аргента, отколовшихся во время гражданской войны стражей. Смотри «История стражей», часть 12. В этом глухом уголке встречаются заброшенные погосты. Следы древних деревень, уничтоженных одержимыми армиями Севера во время конфликта. Старые дороги, петляющие мимо этих погостов, ведут к копью мира, но туда уже веками никто не ходит. Предначертано, что однажды великий воитель вернется сюда, найдет копье и обретет его силу, а факел королей возвестит всему миру о его прибытии.
Бронированные бароны усилены технологиями имморы. Они патрулируют окрестности городских стен, вооруженные перчатками с палицами, которые проклял сам темный владыка. Один мощный удар способен уничтожить и тело, и душу. Даже творцы боятся этих гибридов демона и машины, ибо их жажда крови велика и не знает границ. Визгуны когда-то были людьми, которые поклонялись древней секте преисподней Раита Ватуум, но вместо награды за преданность их многие тысячи лет пытали в твердыне страданий. Сокрушаясь о том, что их обманывали всю жизнь, они меняли свой облик. Их яростные вопли, леденящие душу, превратились в мощный, опьяняющий источник энергии, к которому стремятся все демоны. Каменный имп. Импы, погибшие на поле боя, попадают в вулканические ямы горящей бездны. Окунувшись в бальзат и золу, смешанные с аргентом, они возрождаются в каменном теле. Новая кожа каменного импа неуязвима для большинства известных видов оружия. Лишь частая вибрация сокрушительного молота стражей способна повредить их каменную оболочку. Каменные импы, сохранившие прежнюю прыть, могут к тому же окружать себя адским пламенем. Копье мира. Запись из архива комитета 046. Копье мира вдохнуло жизнь в спящую планету Арген-де-Нур миллион лет назад. Оно прибыло из глубин космоса и врезалось в планету с такой силой, что проткнуло ее от одного полюса до другого. Вскоре после удара возникли ангелоподобные существа, известные как призраки. Эти невероятно мощные создания распространились всюду, словно их магия проникала в мир и наполняла его жизнью. Возможно, копье пробудило призраков в недрах планеты, или, быть может, они прибыли вместе с ним. Ответа на эту загадку нет до сих пор. Энергия призраков породила обитателей Арген-де-Нура. Они поклоняются им и копью мира, считая его священной реликвией. Копье по-прежнему источает энергию, наполняя окрестности магией и превращая животных в могучих зверей. Никто не видел живого призрака уже много веков, но, как гласит молва, они все еще обитают в самом копье мира. Огромное копье окружено пещеристыми кратерами, и попасть туда могут лишь достойные путники. Кристалл и хранители врат. Запись из архива комитета 087. Когда наступали тяжелые времена, шаманы-стражи приходили к копью мира и открывали свои души, чтобы предстать перед судом. Хранители врат, безмолвные духи стражи, охраняют вход с того дня, когда впервые появилось копье. Те шаманы, кого они сочли недостойными, быстро гибнут под натиском божественной силы. Те, кто заслужил почтение, возвращались в свои племена с осколком копья, фрагментом древнего шпиля, источавшим энергию. Эти кристаллы можно использовать как бесконечный источник энергии для высокотехнологичных устройств. Было сказано, что сам Всеотец использовал такие осколки, чтобы запитать небесные врата.